Венские выбрали лучшую семью года. Мероприятие уже стало традиционным. В нем приняли участие 18 семей, 8 из которых – это победители районных конкурсов. В этот день они были награждены дипломами в различных номинациях. Спортивная семья, рыбацкая, активная, творческая и самая читающая. Помимо дипломов, все конкурсанты получили подарки. Еще 10 семей были выбраны членами комиссии. Они были награждены почетными дипломами «Семья года», а также получили премии главы Ленского района в размере 10 000 рублей.